Привет любителям хоррора и кэжуальных игр. Это наш третий выпуск. Мы играем в Plants vs. Zombies. И с вами я, Фанни. Приключения 1.6. Мы начинаем. Зловещая рука. Страшно. О, новый зомби. Так. В прошлом этом я записал всего лишь одну, так как думал, что я не вложусь во время, но я немножечко ошибся и все же думаю, что в этот раз я запишу две. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. Конечно, это будет очень непросто, я бы даже сказал. Безумно непросто. В прошлое это выпуске мы проходили мини-игру боулинг. Ну а это обычный уровень. Мина. В прошлый раз, кстати, мы получили мину. Вот, мы ее испробовали, она взорвала зомби Бякуса. И продолжаем выставлять сборщики в два ряда. И, конечно же, деф не забываем, как же без него. Я так вижу, тут есть газонокосилки, и что-то мне кажется, что у нас будет второй шанс, чтобы исправиться, когда прорываются зомби. Можно будет еще раз пробовать. Газонокосилка проедет и убьет их. Да, безжалостная газонокосилка. Ну, то, что делать. Собираем. О, в прошлый раз мы через этот мы получили лопату, так что теперь мы можем выкапывать растения. Это происходит вот так. Ну и мы закончили с подсолнышками. И начинаем переходить в горохострелы. Ой-ой-ой. Он прыгающий. Такое дело. И быстрый. Поставим. Солнце. Нет! О, нет! О, нет, 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 нет! Ой-ой-ой! Зря я это сделал, зря! Да, ну ладно, мину тут поставим. Алло! О, наконец-то, боже, как я даже этого ждал. Загородим мой путь, выкопаем вот это, мина хай будет. Мина выросла, кстати, она только перезаряжается через некоторое время, и очень долгие у нее перезарядки, очень невыгодная она. Все, я думаю, можем заставить орешки. И нет, все же мы, наверное, будем пользоваться бомбой. Орешек поставим на всякий случай здесь. Мину, кстати, тоже. И бабахнем немножечко бомбой. Вот и так. На! И опа! Походу, следующее задание и все. Стрелять ледяными горошинами, которые наносят урон из земли от врагов. Ледяной горохострел называют. Такой файный хлопать. О, опять это Тимора. Постараемся, конечно, постараюсь я пройти его без проигрыша. Ну, возможно, в мини-играх у нас будет очень сложный этап, потому что там, я смотрел, очень сложно. Вот
решил все. И потом будем играть в Zombies 2. Но она очень сложная. Я в нее пару раз играл. И я знаю, что это такое. Кстати, первую Plants vs. Zombies выпустила PopCap, а вторую уже совсем другой производитель, это Capcom. Создаватель тоже казуальных игр. Что-то зомби прут и прут. Ставим подсолнук, ставим рафострел на всякий случай. И на правильный случай его поставил мину, потому что рафострел один не справится. И у нас осталось тут одно пятно серое. Мы его сейчас забьем. Все, подсолнухи сделали свое дело. Теперь ставим второй ряд. Наверное, уже вот этим будем ставить. Они очень дорогие. Но, мне кажется, они оправдают себя. Поставим с первого ряда. Спел. Эта зарядка у них такая. Я бы средняя сказал. О, дали. А он быстренький пацанчик был. Замедление хорошо подействовало. Я даже сказал, не зря такие бабки вкладываю в этот зеленый горохомёт. Ого! Это... Две волны. Уже поставлено почти что из деф. Наверное, я установлю еще по такому горохострелу. Ой-ой-ой, это я зря сделал. Да. Хотел поставить здесь, а поставил здесь. Оп. Будем пока. О боже, у нас уже 675. Солнышек. Некуда их девать. Ух ты. Сюда поставим. И походу... Скоро закончим мы этот выпуск, потому что время так все-таки 10 минут. Бандикап не дает почему-то больше. Не зарегистрировано. Ну, вскоре я зарегистрируюсь и буду писать полнометражные. По 30, по 40 минут. И скоро конец у нас наступает. Как мы видим. На всякий случай, чтобы быстрее было. Занять этот район. И бежать большая.